Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого медвежонка с сердечком к Дню влюбленных. Сердечко съемное, может идти как брелочек, как самостоятельная игрушка. И вот такой медвежонок. Медвежонок может самостоятельно сидеть без опоры по сантиметрам от ушек и до ножек. 11 сантиметров и сердечко 5 сантиметров у медвежонка вяжем туловище ввязываем ручки вывязываем голову пришивные ушки мордочка и нижние лапки также хвостик так игрушка смотрится со всех сторон. Сердечко при желании можно пришить. Тогда медвежонок будет держать вот так в ручках сердечко. И приступим вязать такую красоту. Я буду использовать пряжу на Париж в 100 граммах 245 метров и вязать буду крючком 2,5 миллиметра. Свяжем ручки. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо будем ввязывать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке. И так вяжем до конца ряда. И в конце второго ряда получится 12 столбиков. По 12 столбиков провязали. Третий, четвертый и пятый ряды. Переходим на шестой ряд. В шестом ряду провязываем один столбик. Далее убавка. Так будем вязать до конца ряда. Один столбик, убавка. столбик, убавка, столбик, убавка. В конце шестого ряда 8 столбиков. Берем наполнитель и наполняем вот нижнюю часть наполнителем. По 8 столбиков вяжем 7, 8, 9 и 10 ряды теперь складываем вязание пополам и провязываем сверху вот это 11 ряд 2 детали 1 столбик второй столбик 3 и 4 ниточку отрезаем коротенькую так как ручку мы ввязываем. Это получается такая ручка, а вторую точно такую же вяжите самостоятельно. Свяжем ножки, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6. и колечко затягиваем в первом ряду 6 столбиков переходим на второй ряд во втором ряду точно так же как и в ручках провязываем прибавки 6 прибавок 1 2 3 4 столбика 5 6 7 Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И получилось в конце второго ряда двенадцать столбиков. Вяжем третий ряд, провязываем один столбик, второй столбик, одеваем маркер и прибавка. Всего в ряду так повторяем четыре раза. Один столбик, второй столбик, прибавка. Это второй раз. Один столбик, два, прибавка. Третий раз. Один столбик, два и прибавка четыре. В конце третьего ряда шестнадцать столбиков. По 16 столбиков вяжем 4 и 5 ряды переходим на шестой ряд в шестом ряду провязываем 1 столбик второй столбик 3 и после трех столбиков 5 убавлений 1 и Два, три, четыре, пять и довязываем три столбика один, два, три. В конце шестого ряда 11 столбиков. Берем наполнитель и наполняем ножку наполнителем. По 11 столбиков провязали 7, 8, 9, 10 и 11 ряды. Снова складываем пополам. Смотрим так, чтобы у вас убавки вот совпали и находились сверху. Если нужно, то делайте смещение столбиков. И провязываем за верхние вот столбики две детали. Две половинки одной детали. Один, два, три, четыре. И пять. И отрезаем ниточку по длине так как будем ножку пришивать получилась вот такая ножка вторую точно такой же вяжите самостоятельно вяжем туловище и голову снова делаем кольцо амигуруми в это кольцо ввязываем 6 столбиков 1 2 Три, четыре, пять, шесть. Колечко затягиваем. В первом ряду получилось шесть столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждом столбике провязываем по прибавке. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Во втором ряду получилось двенадцать столбиков. Вяжем третий ряд, провязываем один столбик, деваем маркер и в следующем прибавка. И так вяжем до конца ряда. Еще раз показываю. Один столбик, прибавка. Всего 6 повторений. В конце третьего ряда 18 столбиков. Четвертый ряд. Два столбика. Один. Два. После двух столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда 2 столбика прибавка. В конце четвертого ряда 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. После трех столбиков прибавка. Снова таких 6 повторений в конце пятого ряда 30 столбиков. По 30 столбиков провязываем 6, 7, 8 и 9 ряды. Переходим на 10 ряд. В 10 ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после третьего столбика убавка. Так вяжем до конца ряда, всего 6 повторений, в конце 10 ряда 24 столбика. По 24 столбика вяжем 11, 12, 13 и 14 ряды. Переходим на 15 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. После двух столбиков убавка. Всего таких 6 повторений в конце 15 ряда 18 столбиков. 16 ряд провязали тоже 18 столбиков. Наполняем наполнителем и в семнадцатом ряду ввязываем ручки. Провязываем 2 столбика. 1, 2, Теперь берем первую ручку и вяжем 4 столбика с ручкой 1 2 3 и 4 теперь 5 столбиков 1 2 3 4 5 берем вторую ручку провязываем 4 столбика со второй ручкой 1 2 и Три, четыре и довязываем один столбик, два и три. Вот вязали ручки. Восемнадцатый ряд, четыре столбика, один, два. 3 4 и убавка всего таких три повторения в конце 18 ряда 15 столбиков и теперь вяжем голову это девятнадцатый ряд в девятнадцатом ряду провязываем 15 прибавок И вот так вяжем их до конца ряда, в конце 19 ряда будет 30 столбиков. По 30 столбиков провязываем 20 и 21 ряды. Переходим на 22 ряд. Вяжем 14 столбиков 1, 2. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и прибавка. И еще раз повторяем один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и прибавка в конце двадцать второго ряда.

Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И убавка. Повторяем второй раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и убавка. В конце двадцать седьмого ряда тридцать столбиков. Двадцать восьмой ряд три столбика. Один, два, три после третьего столбика убавка. Шесть повторений в конце двадцать восьмого ряда, двадцать четыре столбика. Двадцать девятый ряд, два столбика. Один, два. После двух столбиков убавка таких шесть повторений в конце двадцать девятого ряда 18 столбиков. Наполняем наполнителем, вяжем тридцатый ряд, один столбик и убавка. 6 повторений в конце 30 ряда, 18, 12 столбиков. И последний 31 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений подряд. Так довязываем до конца ряда. Вот вверху осталась небольшая дырочка. Сейчас мы ее спрячем за передние стенки каждого столбика проходим вот так иголкой и затягиваем и выводим иголку где-то сбоку игрушки все дырочки нет получилась такая основа свяжем хвостик делаем кольцо амигуруми в это кольцо 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 и колечко затягиваем во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке так довязываем до конца ряда и по 12 столбиков довязываем еще третий ряд. Получается такой хвостик и оставляем нить для пришивания. И теперь берем ножки, будем их пришивать, располагаем убавками вверх и располагаем их параллельно вот ручкам. И Захватываем вот за столбики на туловище и за столбики на ножке. Ниточку подтягиваем. Снова столбики на туловище, теперь за ножку. И вот так пришиваем одну деталь. Вот. И вот, после того, как пришили ножку, видите, она вот так болтается. Для того, чтобы она так не болталась, выводим иголку где-то через два столбика. Теперь прошиваем вот по ножке ниточку подтягиваем снова прокалываем на туловище ниточку подтянули при желании можно сделать два раза в те же места вот теперь ножка уже не болтается и делаем узелок и прячем ниточку теперь прикрепили хвостик и пришиваем за основную деталь. И теперь за столбики на хвостике. Снова за основную деталь и за столбики на хвостике. И вот так пришиваем. Когда останется небольшая дырочка, берем наполнитель и наполняем наполнителем. И вот так выглядит основа для игрушки. Свяжем ушки, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12. Третий ряд. Вяжем 3 столбика. 1, 2, одену маркер, 3 и прибавка. Так повторяем три раза. 1, 2, 3 столбика, прибавка, и третий раз 1 2 3 прибавка в конце третьего ряда 15 столбиков и четвертый и пятый ряды провязали по 15 столбиков получилось такое ушко оставляем нить для пришивания и второе точно такое же вяжите самостоятельно свяжем мордочку делаем кольцо амигуруми в это кольцо ввязываем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 Колечко затянули, переходим на второй ряд. Во втором ряду снова в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 в конце второго ряда 12 столбиков и третий ряд тоже провязываем по 12 столбиков, и получается вот такая мордочка: оставляем нить для пришивания. Вот я уже пришила глазки: глазки бусинки 6 миллиметров, они располагаются между 23 и 24 рядами, и между глазками 3 столбика. Также вышила вот такие бровки. И вот я прикрепила мордочку сразу под глазками. И теперь будем пришивать. Пришиваем, захватываем вот за основную деталь иголкой. Нитку подтягиваем. Теперь за столбики на мордочке. Снова за основную деталь. И теперь за столбики на мордочке. И так пришиваем. Когда останется небольшое отверстие, берем наполнитель и наполняем наполнителем. Теперь вот прикололи ушки и пришиваем точно так вот как мордочку за основную деталь за столбики теперь за две половинки ушек и прикрепили их вот такой дугой вот с таким изгибом и также и пришиваем когда пришьете одно ушко, пришиваем второе и делаем узелки, прячем ниточки. И вот так медвежонок смотрится уже с пришитыми ушками. Это я булавками отметила, где буду вышивать носик. И вот прокалываем. Вытягиваем иголочку. сделали такую петельку. Теперь ее спрячем. Ниточку, иголочку вытягиваем. И вот так подтягиваем чтобы спрятать узелок вовнутрь. Так, выравниваем. И теперь вот такими стежками будем прошивать носик вот от одной булавки, где у нас была, и до второй булавки. И вот так выглядит медвежонок с вышитым носиком. Красной пряжей начинаем вязать сердечко. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И колечко затягиваем. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Теперь вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик. Следующий прибавка. Так будем вязать до конца ряда. Всего таких 6 повторений. Еще раз показываю один столбик. Следующий прибавка. Вяжем так до конца ряда. В конце третьего ряда 18 столбиков. Вяжем четвертый ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, Три, четыре, пять после пяти столбиков. Прибавка. Таких три повторения в конце четвертого ряда двадцать один столбик. Пятый ряд. В пятом ряду провязываем двадцать один столбик без изменения. Вяжем их так до маркера. И вот получилась такая деталь. Их нужно связать две. У первой нитку отрезаем, у второй нить оставляем, так как будем эти две детали соединять между собой и продолжать вязание. Теперь вот лицевой стороной одну деталь и вторую деталь прикладываем вот так друг к другу и будем провязывать 4 столбика вот захватываем за столбики одной детали и за столбики второй детали провязываем один столбик второй столбик Третий и четвертый. Так, мы соединили две детали между собой с помощью четырех столбиков. Теперь разворачиваем вот так вязание. Смотрим, где начинается у нас первый столбик. Вот он и в него провязываем столбик без накида. Я сюда одену маркер. Это у нас начало ряда. И вяжем так по одной детали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать и семнадцать. Вот провязали семнадцать столбиков по одной детали. Теперь нам нужно переходить на вторую деталь. Если у вас можно вот провязать сразу за столбик. Если у вас здесь не получается дырочка, то можете так провязывать. У меня, как видите, вот получается такая дырочка. Для того, чтобы ее не было, я захватываю за переднюю стенку столбика, из которого мы уже вывязали столбик без накида. Вот за переднюю стенку. И за переднюю стенку следующего столбика, вот на следующей детали. Получается, как бы такая убавка Но на самом деле этой убавки нет мы так видите провязали этот столбик и дырочки нет это один столбик по второй детали 2 3 4 5 6 7 8 9 и

Здесь тоже, если мы сразу провяжем столбик, может получиться вот дырочка. Вот такая. Чтобы этой дырочки не было, повторяем. Захватили вот за переднюю стенку столбика, из которого мы уже вывязывали столбик. И за переднюю стенку столбика, из которого должны вывязать столбик. Провязали один столбик. Это у нас начало ряда. Маркер, и теперь так довязываем до маркера 34 столбика, вяжем их без изменения, там, где будем переходить с одной детали на вторую деталь, уже таких убавлений делать не нужно, так как полотно уже. Ровное. Вот сейчас я сюда довяжу и покажу. Вот видите, здесь уже никаких дырочек не будет. Провязываем столбик в столбик. И так довязываем до маркера. Всего в седьмом ряду получается тридцать четыре столбика. теперь восьмой ряд восьмом ряду тоже вяжем 34 столбика довязываем их так до маркера. теперь вяжем 9 ряд провязываем 6 столбиков 1 2 3 4 и 6 после 6 столбиков убавка один столбик снова убавка теперь 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 провязали так один раз повторяем второй раз 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 убавка один столбик убавка и Шесть столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. В конце девятого ряда получилось девять столбиков. Переходим на десятый. В конце девятого ряда тридцать столбиков. Десятый ряд. Пять столбиков. Один. 2, 3, 4, 5. После 5 столбиков убавка. 1 столбик. Убавка. 5 столбиков. 1, Два, три, четыре, пять. И повторяем второй раз пять столбиков. Один, два, три, четыре, пять. Убавка один столбик

Три, четыре, убавка один столбик, убавка четыре столбика, один, два, три, четыре. Повторяем второй раз четыре столбика. Один, два, три, четыре, убавка один столбик, убавка четыре столбика. Один, два, три. 4 в конце 11 ряда 22 столбика теперь можно взять наполнитель и немного наполнить сердечко наполнителем вяжем 12 ряд провязываем 3 столбика 1 2 и Три убавка один столбик убавка теперь три столбика один, два, три. Второй раз. Повторяем один, два, три столбика, убавка один столбик, убавка три столбика. Один. Два, три. В конце двенадцатого ряда восемнадцать столбиков. Тринадцатый ряд. Два столбика. Один, два. Убавка. Один столбик. Убавка два столбика один два. Переходим на вторую половину и вяжем также два столбика один два. Убавка один столбик. Убавка. Два столбика. Один, два. В конце тринадцатого ряда четырнадцать столбиков. Берем наполнитель и дозаполняем наполнителем. Вяжем четырнадцатый ряд. Один столбик. Деваем маркер. Убавка. Один столбик убавка. Один столбик. Повторяем второй раз. Один столбик убавка. один столбик убавка и один столбик в конце 14 ряда 10 столбиков вяжем последний 15 ряд здесь провязываем 5 убавлений и немного еще до заполняем сердечко 1 убавка, вторая убавка берем наполнитель немного до заполняем хвостик наполнителя. Довязываем 3 убавка 4. и последняя пятая отрезаем хвостик отправляем наполнитель и вот получилось такое сердечко теперь спрячем вот эту дырочку внизу игрушки за передние стенки каждого столбика проходим вот так иголкой. протягиваем нитку. Дошли до того места, с которого начинали. Теперь ниточку затягиваем. Прокалываем в середину. И все, никакой дырочки больше нет. И сердечко готово.